Күн шерфіңіз қайырлы олсын. Бүгін Қырымыжғалының 804-ші күні кетмекте. Соңғы болып кешкен Одиссей вақияларынан таныш етмеге әзірміз. Русия Қырымны ішғал еткен соң Қырым татарларының ватанға әвдеті баяғы эксілді. Бұны оқу қорчалайжы Александра Крыленкова Қырым реалі эфирінде сеслендірді. О білдіргеніне көре, ярмаданы Украина назарет еткен вақыт Қырым татарлар сүргін олынған ерлерден сербест қайта біледілер. Шымды Русия Қырым татарларының әвдет олуф меселесіні чезмек үшін ойледе қанунлар қабыл етмеді. Украина взяла на себя обязательства, поскольку Крым находится в составе Украины, по приему крымских татар. Поэтому Украина должна была содействовать всячески, что, собственно, и было, возвращению и возможности получения гражданства и проживания на территории Крыма. Украина не являлась наследницей, правопреемницей Советского Союза, соответственно, не должна была заниматься реституцией. То есть там можно говорить действительно только о каких-то программах поддержки народа. А Россия же, понятно, что в России никогда не было никакого закона о репатриации крымских татар, о способах возвращения и интеграции, потому что у России не было Крыма, и некуда было возвращаться. И вот, когда Россия взяла на себя ответственность за Крым и сказала, что теперь мы отвечаем за эту территорию, закон о репатриации не появился. То есть поток крымских татар, которые возвращались на родину, прервался. Они оказались приравнены к любым гражданам. Қырымда ФСБ Қырым татарларынан КГБ ұсуларынан күреше. Бұақта Қырымда инсан ақлары бойынша контакт группа азасы Абдурисы Джипаров білдірді. Оқиясылығанына көре совет дәуірінде КГБ өз әрекетлеріні ғызле еді. Шымды ФСБ есе Қырым татарларға басқысыны ашықтан ашық япа. Знаете, там делали, там тоже бывало разное, там это делалось ночью, в основном ночью, если выселяли крымских татар, как-то старались это все скрывать, но в отличие от Советского Союза, от того режима, нынешний отличается тем, что он ничего не стесняется, не комплексует, они могут это делать средь бела дня и могут делать в более изощренных формах, то есть я сам тогда рос в Крыму, мне было 9 лет, когда мы сюда приехали в Крым, 69-й и дальше сюда вот годы. Я знаю, что к нам тоже врывались в дом и нас выселяли, но при этом те люди, которые все врывались к нам в дом, в своих грязных сапогах по нашим кроватям и диванам не прыгали. Эти могут забраться на диван и прыгать в своих грязных сапогах. Они могут, скажем, скрутить мужчину в доме и перед его женой, дочерью и внуками таскать его за ворот по полу. Вот, и при этом, когда заканчивают свое дело, и они веселятся и говорят, а ты обратил внимание, как у него глазки забегали от страха? То есть они еще как бы отдыхают по-своему на этих мероприятиях, вот делайте безобразие. Херсон вилайетинде теракт азырлаган инсанларны махкеме апске алган. Буну Генинчес район мемориатынын елбашысы Александр Воробьев билдирди. СБУ маалыматына көре, айны бу якаланган инсанлар апрель айында Новоалексеевка казабасында араба патлатканлар. О вакыт бир инсан эляк болду ве эң азындан 6 киши яраланды. Галибек уну эсе олар яңы теракт азырлай эделер. Вилайетте олган рус тарафдарлары бирден Кырым татарларын кабатлаган эделер. Лякин белли олду ки жинаятны рус тарафдарлары бежерген. Некоторые политиканы или, не знаю, как их еще назвать, людей, которые распространяют недостоверную информацию, заявившие в первые минуты после совершения террористических актов, что это дело рук крымских татар, на сегодняшний день говорит о том, что эти люди не только ошибались, а и разжигают межнациональную рознь на территории как Херсонщины, Генического района, так и на всей территории Украины. Уже больше понимая ситуацию дел на Херсонщине и в целом в Украине, мои первые были заявления о том, что это след Российской Федерации. И сегодня служба безопасности доказывает это в полном объеме. Надеюсь, что следствие доведет до логического конца, и мы с вами узнаем эту правду, хотя она на сегодняшний день очевидна. Қырымда ішғалжы мақкемесі яқаланған казакларыны паранен жезалады. Ахмеджетін меркезе мақкемесі қанунсыз митинг кешіргені үшін тешкілячыларыны Илья Большедворов ве Сергей Акимовқа 20 бин рубле пара жезасыны белгіледі. Казаклар ве кадетлерінің ана-бабалары Ахмеджетте майысының 6-сында кадет корпусы қапалмасына қаршы чықып, наразылық акциясына кешірген еділер.
4 медали за взятие Крыма. Эти полицейские были при Украине, там еще не понимают, что они нас туда катали. Герои Крымской весны, одна медаль, то, что дал сам Путин, вторая Министерство обороны Российской Федерации, аксионная медаль, да, которую нам надо выкинуть, если нужна. Нас сейчас герои, пожалуйста, пожалуйста. Уже штраф объявили, не взяли во внимание характеристики, выданные народным ополчением Республики Крым. Есть такая характеристика, где было написано, что за время выполнения своих обязанностей был награжден почетной грамотой, медалями за проявленный героизм и мужество. То же самое не взяли во внимание также за услуги по защите народа Крыма в период февраля по апрель месяц, за смелых принятых решения, а также здесь за развитие международных отношений, привлечение молодежи. Вторая характеристика, тоже не обратили внимания на то, что у меня выдавалось с казачества. И то, что у меня двое малолетних детей на иждивении, тоже это никому здесь не интересно. 20 тысяч штрафов присудили. Ну, а теперь вот думайте, как у нас здесь и что делается. Партыни сакинлері бала мейданчығында параға чалшы жақ игленже мейданчығына қаршы чықалар. Ерлі жғалжы акиметі бала мейданчығының бір қысымыны иш адамына айырған. Ойсе параға чалшы жақ аттракционлар ерлештірмеге планлаштыра. Ана-бабалар еминлер балаларыны бедава мейданчыққа кетірген вақыт олар мұтлақа параға чалшы жақ аттракционнен қуланмаға істерлер. В прошлом году у нее там стоял этот батут. Вот. И в этом году она просто хотела усовершенствовать. То есть получается, то, что там обсуждать тот вопрос, можно ей там поставить или нельзя, это однозначно не обсуждается, потому что она выиграла этот конкурс, да, она заплатила деньги. У кого ума хватило забрать у населения то, что ему принадлежит, и сегодня рассказывать, как нас еще облагодетельствуют навесом. Вы первое, говорю, говорите совершенно безграмотные вещи. Мы чуть-чуть переместим. Для начала надо поставить вопрос, отдаст ли вам громада землю для чуть-чуть перемещения для коммерческих целей. А дальше, нужно ли эти платные услуги, простите, мамочкам? Платных нам не надо. У нас дети, понимаете, истерик нам хватит, понимаете? Вот потому что ну, невозможно прийти с ребенком на бесплатную площадку и объяснить ему, катайся на горке, она бесплатная. А батут платный, и поэтому ты туда не пойдешь. Я тебе вчера заплатила 100 рублей, ты 15 минут попрыгал, и все. На сегодняшний момент я уже сказала, Единая Россия, это как, простите, торговцы в храме. Ничего не решается, кроме того, что, извините меня, платная и неплатная услуга. Вот тут вы сидите все с платными услугами, понимаете? На сегодняшний момент мы хотим спросить у администрации, у юриста, а как вы собираетесь предоставить 7 метров земли нашего сквера? Кто вам дал такое право распоряжаться нашей собственностью? Мы сейчас ставим вопрос, а что вы вообще здесь делаете? Для того, чтобы набрать у нас последнее? Джамала Евровидение 2016 ярышында озыны эсас рақып кебі көре. Бу ақта Украм Реали үшін берген изатында білдірді. Оның сөздеріне көре, бу ярыш керчектен де ер ярыш олса 1944 ері еңмек керек. Егерде тек шоу олса, белі бір олмаған инсанда ғалебен елде ете біле. Белі ке бу сене Джамала Украинаның қырымтатар сүргінлігі аққанда язылған 1944 ерінен тағдим етежек. О, ярын екінші ярым финалда иштырак етежектір. Түневін әсе бірінші ярым финалын 10 ғалепы белгіленді. Финал әсе майысынан 10-ында өткерілмек керек. Я найбільшим соперником вважаю на сцені тільки себе. Чому? Тому що в мене дуже емоційна, надемоційна пісня. Вона відрізняється дуже музикою, змістом, звід усіх, яких ми тут зараз почуємо, так, в цьому році. Я налаштована на те, щоб залишити в серці кожного європейця, який буде бачити, дивитись Євробачення, залишити щось, залишити, ти, знаєш, таке відчуття, коли ти, Боже, що це було? Я не зрозумів нічого, але в мене щось болить. От для мене це найважливіше. Це буде перемога, коли я зрозумію, що я дійсно своєю творчістю, своєю музикою, своїм словом торкнулась людей. От зараз, в цьому році, Євробачення покаже. Якщо це конкурс просто шоу,
переможеть людина X. Якщо це дійсно конкурс пісні, то переможе 1944. У ноқтада яйнымызны екінлейміз, сілерге екінлер тілейм. Невбетеке яйнларымызны қачырманыз, атыр әлі олыныз, қорышмек үзіре.